Так, друзья, привет всем. Как меня слышно, пожалуйста, напишите, слышно меня, нет? Видео не зависло, все показывает, все нормально. Отпишитесь, пожалуйста, в чат. Напишите, пожалуйста, как меня слышно. Все хорошо, да? Буквально вот пару часов назад привезли мне светильник до дому. MLM доставка. Светильники дошли со склада в России всего лишь за неделю. Это прям очень-очень-очень быстро. За неделю до Иркутска. Так, где у меня кинжал? И я подумал, что тянуть, сразу сделаю видеообзор, распаковку. И решил сделать еще и в прямом эфире. Может, у кого-то появятся вопросы. Пришло мне два светильника с двумя кронштейнами. Кронштейны — это ножки, на которые крепится светильник. Ножка ставится на ребро аквариума. Так. Вот они, два светильника, две коробки и две коробки кронштейнов. Кронштейны, наверное, такие же, ничего у них не изменилось. Как дела, ребятки, кто где? Наверное, все на работе, да, я не стал до вечера тянуть, времени нету у меня, вечером, возможно, не будет и не появится. Решил сразу сделать обзор. Кто в прямой эфир не попадет, посмотрит потом, я в запись уложу сразу же. Сразу же она загрузится. С покупкой, ага, спасибо. Текс. Так, нет, все-таки кронштейн другой. Тоже он обновился. Я очибался. Так, что там еще есть? Ничего нету. Да, тут кронштейн совершенно вообще другой. Он здесь более такой прям массивный. Какие-то здесь уголочки новые. Вот это крепление новое. Так, буду сейчас разбираться. Сам еще, честно, не в курсе, что, кого, куда тут. Болтики, стяжки. Так, ну, скорее всего, так получается. Сюда будет крепиться светильник. Эта ножка ставится на аквариум. Вот так на аквариум. Это регулируется высота. И вот так. Так, нет? Как крепиться сюда будет? Так. А, ну да, вот. Вот так раз.
и ножка на аквариум. Так, а для ножки болтики здесь должны быть. Ладно, давайте светильник откроем. Самое, наверное, кайфовое занятие, что-то открывать, распаковывать. Наверное, сколько бы нам лет не было, да? Мы всегда будем радоваться, как дети, каким-то покупкам, открывать по коробке всякие эти. Так. Ладно, второй я не буду открывать, открою только один, наверное. Посмотрим. Так, коробка другая, никак на те светильнички. Здесь она какая-то более... Это широкая. Так. Где? Вот. Так. Так, что это тут у нас? Так, ну здесь указано световой поток, мощность, что пар, на какой высоте, какая мощность пар будет. В принципе, кто шарит, тот поймет, кто не шарит, вам это не нужно. Так, здесь у нас идет что? Комплектация. И как устанавливать. Так. Ой, какой он маленький. Ребят, смотрите. Прям вообще децл. Получается, у него размер. Где-то тут я все выписал. Я же подготовился даже. 12 на 12 сантиметров всего лишь, представляете? И ширина 5,5 сантиметров. Вот такой вот малыш. Довольно увесистый, конечно. Ну да. Тяжеленький. Ну, на первый взгляд, прикольно. Радиатор алюминиевый, здесь вентилятор встроенный, имеется одна сборка с диодами, здесь фирма указана. Ну, на первый взгляд, конечно же, четко все, прям все добротно, качественно сделано, все ровненько. Здесь два провода питания и контроллер. Или подключиться можно ко второму светильнику и так далее. То есть их можно в линейку прям ставить. Слушайте, он очень маленький, да, по размеру, всего лишь 12 на 12. Но, как утверждают производители, один светильник получается до 60 сантиметров аквариума, представляете? То есть на мою банку нужно вот таких всего лишь два светильника. Если брать Radeon, да, их два, на мой светильник даже не хватает. Ну, посмотрим. Тут, конечно, сравнивать не буду сейчас. Тем более с Radeon'ами. Все совершенно разные производители, качество и так далее. Так, ну, посмотрим. Здесь провод. Это что такое? А, ну вот, это получается тройник. Шлейфом включить второй светильник. У меня же их два. Пришли мне два светильника как раз на мою баночку. Так, это что такое? А, ну это подвесы, ребята, вот смотрите. Это подвесы. То есть можно брать два варианта с подвесами.
или на кронштейне. Или на кронштейне подвешивать. Что тут вот так, да, получается? Вот. То есть можно ставить на кронштейн, можно на подвесить. Разница в цене существенная, скажу сразу. И, кстати, такой момент, что специально проверил. Обычно с Китая что-то продаю, да, с Алиэкспресса. Если ставишь доставку с Китая, одна цена, нажимаешь доставку из склада в России, другая цена становится подороже. Здесь смотрю, в Poblum цена не меняется. Она одна и та же, что с Китая заказываешь, что с России. И получается, на, если брать один светильничек на подвесе, то цена будет 15-300 он стоит. 15-300. Ну, по меркам морской аквариумистики это считается свет, ну, бюджетный. Довольно-таки бюджетный. Если брать его на кронштейне, то цена будет 14-500. 15-30 без кронштейна, 14-500 с кронштейном. Ну, минус еще 5% считайте. Скидка есть моя, промокод под видео всегда указан. И там скидка получается в 800 рублей. Если брать два таких, то там скидка получается в 1000 рублей практически. Так, дальше идем. Силовой кабель. Коробочка, блок питания. Так, ну здесь, в принципе, что, ничего необычного, блок питания. Ну, вот такая комплектация. Буду ставить на аквариум, буду тестировать, короче, свет новый, обзор. В России, по-моему, я первый вообще делаю. Были покупки уже, продажи, то есть в России. Но никто их не показал, не похвастался. Так, ну это вот, видимо, да. Это вот сюда подвесики, на стенку или куда. Или на кронштейн. Кто как хочет. Так, ну, в принципе, все, ребята, что еще вам рассказать. Светильник этот, он подходит, как заявляет производитель, для СПС коралла, для ЛПС, ну и, конечно же, для мягкоты. Если брать предыдущие марки, да, там Тьюринг 30 и Чанон 16 для наноаквариумов, то есть они у меня протестированы, кораллы прекрасно растут, что мягкота, что жесткие. Кто за мной наблюдает, знает, что в маленьком аквариуме я спасал жесткие кораллы из большой системы, когда у меня конфуз случился, они умирали. То есть жесткие кораллы у меня под Poblum Чанон 16, они все восстановились. Ну и кто бы что ни говорил, да, там, не знаю, у меня есть свое мнение, потому что я сам лично протестировал этот светильник, и поэтому я этой марке сейчас доверяю. Тем более цены очень приятные, почему бы нет. Ну, опять же, дело каждого. Есть бабки, покупайте Родионы, Пацифики, Мацифики. Хотите поэкономнее, советую покупать Poblum бюджетно. Он эстетично красив. На ножки на аккуратно ставится на аквариум. Все четко. Так, а что, в принципе, включить его, что ли, в прямом эфире? Не, наверное, не буду сейчас эту камеру переставлять туда-сюда. Я, наверное, сделаю отдельное видео, я уберу Родионы, повешу вот эти светильнички, две штучки. Может, даже так же в прямом эфире сделаю, чтобы было удобнее, да, можно будет сразу что-нибудь спрашивать. Ну и опять же, в прямом эфире удобно, потому что время растянуто, да. И мне не нужно тратить время на монтаж, потому что я когда что-то записываю, я потом сижу еще несколько часов, там монтирую, обрезаю, склеиваю, переходы, не переходы. Это все не так быстро. В прямом эфире очень удобно, раз-раз. Сейчас я прямой эфир закончу. Сразу он зальется у меня на канал. И кто не был, да, посмотрит его.
Ну вот, ребят, как-то так, в принципе, тут все просто. Просто хотелось поделиться, да, вот своим новшеством. Если кто-то захочет, под видео все ссылки, связи, номера телефонов и скидка, и промокоды, все есть. Надеюсь, будет работать тихо. Ну, уже потом в следующих видео я покажу, включу, как он светит. Все покажу, все расскажу. Самому уже не терпится, руки чешутся. Сейчас буду, наверное, Родиона снимать и вешать эти светильнички. Или, может быть, попозже, может быть, вечером сделаю. Также в прямой эфир выйду, да. Сейчас я в течение дня подготовлюсь. И вечером также выйду в прямой эфир. Буду их вешать, выбирать Родионы, включать. Смотреть, как они светят. Давайте, ребят, до вечера это получается. Что у нас? Сейчас у нас 17:37 по Иркутску, да. Грубо говоря, уже у нас 6 часов. Ну, получается, где-то так же, как обычно, в 15 часов, в 17:00, 17:00 по Москве. Это у нас будет 10 вечера. Но так как меня смотрят много откуда, получается, будет эфир в 17 по Москве. То есть я эти светильнички буду ставить на свой аквариум, тестировать, а Родионы буду я убирать. Чисто эксперимент будет. То есть, ну, кто, если не мы, да, кто знает, как они работают, как чувствуют себя под ними кораллами, поэтому я их поставлю, месяцок поработают, и уже можно будет делать какие-то выводы. Как-то так, может, и больше постоять.